Сегодня в Новоуральском профессиональном лицее прошел митинг памяти выпускников, погибших в локальных конфликтах. Совсем юными они отдали свои жизни, защищая родину в Афганистане и Чечне. Эти парни недавно погибли за нас. Мы пред ними колено склоняем. Алексей Болтачев, Виталий Бибин, Александр Шмидт, Алексей Дергунов, Алексей Пьянков – выпускники НПЛ. Их имена на мемориальной доске в лицее. Сегодня добавилось еще одно имя – Николай Турушкин. Жизнь расставляет точки над «и» по-разному. И поэтому лучше пусть будет память, чем этой памяти не будет. Николай Турушкин родом из Верхнего Тагила, обучался в лицее по профессии электромонтер. Его призвали в армию в 1981 году. Погиб при сопровождении груза гуманитарной помощи в провинцию Кундуз 16 декабря 1982 года. При жизни был удостоен медали за отвагу, посмертно награжден орденом Красной Звезды. Сейчас орден вместе с личными вещами находится в Екатеринбурге в музее Крылатой гвардии. С далекого 82-го прошло 26 лет, а мемориальная доска памяти Николая Турушкина появилась только сегодня. Бывший выпускник лицея призывался из Кировградского военкомата. Возникли трудности с поиском информации. Большую помощь НПЛ оказал сокурсник Николая Борис Терехов. Он и выступил с инициативой увековечить память о друге. Русского солдата можно убить, но победить его невозможно. И вы, наши завтрашние защитники Родины, должны всегда помнить об этом. Мы проживаем свою жизнь за себя и за того парня. И пока мы живы, память о них не иссякнет. Русский парень от пули бежит. Русский парень от боли не стонет, русский парень в огне не горит, русский парень в воде не тонет, русский парень от пуль не бежит, русский парень от боли не стонет, русский парень в огне не горит, русский парень. Как кончусь ему задари, бафарного шажала, висала зори зори, дартай не зендала чала. Дар зани хан, дар базани нам байратам раба. У тебя есть сила и богатство. Но не думай, что я буду твоим рабом. Я не покорюсь, даже если ты пронзишь меня трезубцем. Сегодня день Навруза, все радуются, а моя страна разрушена. Что случилось? Зачем к нам пришли волки? И отняли у меня последний кусок хлеба? Почему моя свободная земля стала для них добычей? Rosina rosa khoda jan mulk ma vairan shuda Rosina rosa khoda jan mulk ma Есть особое место в лицее у нас, где невольно шаги замедляют. Эти парни недавно погибли за нас. Мы пред ними колено склоняем. На гранитной плите их сейчас имена. И портреты навек молодые.
был в судьбе их Афган и Чечня. И посмертно награды святые. Митинг, посвященный памяти выпускников, погибших в локальных конфликтах, объявляется открытым. Болтачев Александр, ПМП не покинул. Враг не должен пройти, Саша сразу решил. Да, не прятал себя за широкую спину. Орден мужества он заслужил. Бибин Виталий штурмовал в Грозном мост. Командир БМП вообще не просто. Бой был тяжелый, не выжил никто. Вспомнить нам об этом и то нелегко. Саша Шмидт, мастер спорта по боксу, попадает служить в спецназ МВД. Сильный, ловкий, невысокого росту, служба в разведке. Только той, где со смертью играют. Слабаку там не выжить и дня. Там телом своим друзей защищают от гранаты бандитской боевого огня. Алексей Дергунов мог бы жить и творить, но призвала страна на Кавказе служить. Не успела подмога на 30 минут. Жаль, что пули шальные эту жизнь оборвут. Пьянков Алеша, свое отслужив, вернулся домой и был счастлив, что жив. Но горела Чечня. Там остались друзья, и служить по контракту он поехал туда. Работа мужская была нелегка, и в Аргунском ущелье его пуля нашла. Ведущий в колонии, он все взял на себя. Благодарны ему боевые друзья. Коля Турушкин, тоже наш выпускник, он в Афгане погиб. В Верхнем Тагиле жил паренек, к нам учиться приехал, стать электриком мог. Служба в армии стала знаком особой судьбе. За год службы в Афгане он все повидал. И в засады к душманам не раз попадал. Боевая машина в помощь людям везла. Подорвался на мине. Оборвалась судьба. Медаль за отвагу
орден Красной Звезды, Николаю награды посмертно даны. Слово предоставляется заместителю директора по учебно-производственной работе Геннадию Михайловичу Ливунцову. Дорогие друзья, мы собрались с вами на митинг, чтобы еще раз вспомнить судьбы наших ребят, которые воспитаны были нашими педагогами и которые несли свой воинский долг с честью, славой, выполняя то, что им поручит Родина. Сегодня мы должны с вами еще раз вспомнить их, преклонить перед ними свои головы и, естественно, постараться, чтобы судьба, та, которую они перенесли, не коснулась стоящих здесь всех нас. Честь и слава! Мы должны их всегда помнить в сердцах своих, помнить их, их друзей, родителей. Это наша с вами сегодняшняя задача. Мы скорбим о тех, кто погиб при выполнении воинского долга. Минуту молчания я хочу объявить, чтобы память героев тишиной песни строку, как солдаты под грозным жизнью молча прощались, и как каждый в душе проклинал эту злую войну. Кто вернулся живой, никогда это так не забудет. И что жить им теперь за себя и за тех, кто погиб? И помни друзей тех, кого уже рядом не будет. Кто в свои 20 лет был бандитскую пулей убит. Так поднимем стакан, выпьем молча, земля, путем пуха.
тем, кто жизни дожил и девчонок не долюбил. Кто жестоко в бою не сидел за спиной у друга, кто погиб за Россию и чести своей не забыл. Этих куда? Донецк, Прибалтика, Подмосковье. Слово предоставляется ведущему специалисту по работе с молодежью администрации Новоуральского городского округа Максиму Андреевичу Лободе. Дорогие друзья, уважаемые педагоги, сегодня в вашем лицее событие, достойное глубокого уважения и чести. Из маленьких городов на большую войну уходили обыкновенные мальчишки, ваши выпускники. Такие же, как многие здесь стоящие, не идеальные, не совсем, может быть, отличники. Ушли служить в армию, но судьба распорядилась так, что поставила их перед лицом смерти. И ни один из них не струсил, а честно и до конца выполнил свой долг. Афганская и Чеченская война вторглись в жизнь нашей страны по воле политиков, изменяя судьбы целых поколений. Это особые страницы в истории нашего государства. Вместе с вами я склоняю голову перед памятью тех, кто отдал свою жизнь в боях, защищая свободу и независимость. По-прежнему в наших душах горечь утраты и боль от потери близких и друзей. Время не лечит раны на сердце матерей и отцов, потерявших своих детей. Я выражаю вам благодарность за память и заботу о семьях ребят. В канун большого праздника, Дня Победы, это особо значимо и важно. Поздравляю всех с праздником Днем Победы в Великой Отечественной войне и хочу пригласить на торжественный митинг 9 мая в 10:00 у мемориала «Вечная Русь». Спасибо. Слово предоставляется заместителю военкома Новоуральского городского округа Алексею Юрьевичу Верхотурову. Дорогие друзья, мне выпала огромная честь участвовать в митинге, посвященном открытию мемориальной доски память погибшим Сурушкину Николаю. Дорогие ребята, сегодня воистину действует тот лозунг, который мы часто за моей спиной. Я думаю, в сердце каждого молодого человека, в сердце каждого гражданина Российской Федерации этот лозунг будет подходить всю жизнь. Тяжел ратный труд. На долю ребят погибших выпала нелегкая судьба. Они участвовали в войнах, они участвовали в конфликтах, выполняли свои воинские дела. Хочется сказать светлой им памяти. Вечная память погибшим. Слава Богу. Спасибо. Еще я хочу предоставить слово военному комиссару города Кировграда, подполковнику Давыдову Евгению Викторовичу. Турушкин Николай призывался из Кировграда, потому что Верхний Тагил у нас относится к Кировграду. В Кировграде чтут память Николая. Уважаемые жители и гости города, нет такой меры, которой можно было бы измерить горе. Нет такой величины, с которой можно было бы сравнить боль и утрату дорогого тебе человека. Все, что остается нам живым, это память. Память о тех, кто верой и правдой служил своему народу, своему отечеству. Сегодня мы открываем мемориальную доску. Имя гвардии сержанта Турушкина Николая Ивановича будет жить вечно в наших сердцах. Хочется пожелать всем присутствующим крепкого здоровья, счастья, жить долго, жить за себя
из-за тех ребят, которые не вернулись с поля боя. Жить и приумножать славные традиции вооруженных сил. Быть такими же крепкими, мужественными и перед лицом опасности, каким был Николай Иванович. Спасибо. Екатерина Леонидовна Патракова, председатель комитета солдатских матерей. Вам есть такая профессия — защищать родину. Из давних пор слова «долг», «честь» и «отечество» служили путеводной звездой и давали силу и храбрость воинам России. Остаются верными и этим святым понятием многие представители нынешнего поколения защитников отечества. Героями становятся. Мы все преклоняемся перед стойкостью и мужеством наших парней, которые на своих плечах выносят основную тяжесть армейской жизни. Пока жива Россия, их подвиг не будет забыт, как ратный труд любого солдата, с честью выполнявшего свой воинский долг. Пусть прошлое, как день вчерашний, встает пред нами наяву, пока живые помнят павших, с живыми павшими в стране. Слово предоставляется ветерану боевых действий, кавалеру ордена мужества Алексею Голубцеву. Дорогие ребята, мне самому довелось воевать в Первую чеченскую войну. Я своими глазами видел, как погибают наши мальчишки. На моих глазах не было трусости, я не видел предательства. Такие же мальчишки, как вы, они когда-то приняли решение, вступили в бой и остались в этом бою навсегда, но не побежденными. Потому что русского солдата можно убить, но победить его невозможно. И вы, наши завтрашние защитники Родины, должны всегда помнить об этом. Мы проживаем свою жизнь за себя и за того парня. И пока мы живы, память о них не иссякнет. И вы должны всегда помнить это. Спасибо. Дорогие друзья, я хочу высказать от всего нашего коллектива слова благодарности генеральному директору Общества ограниченной ответственности «Корвет» Александру Алексеевичу Кузнецову. Именно за эти деньги их коллектива был сделан данный, данная, простите, мемориальная доска. Мы благодарим, но представителей нет, поэтому лично вручу эту благодарность Александру Алексеевичу. Помнить через века, через года, помнить о тех, кто уже не придет никогда. Помнить памяти павших, будьте достойны, вечно достойны. Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой минутой, каждым дыханием будьте достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой доставалось счастье. Пожалуйста, помните. Песню свою отправляю в полет. Помните о тех, кто уже никогда не придет. Помните. Детям своим расскажите о них, чтоб запомнились.
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили. Встречайте трепетную весну, люди земли. Убейте войну, прокляните войну, люди земли. Но о тех, кто уже никогда не придет, заклинаю вас, помните. Шансы не равны. Знай, Родина, тебе не изменили твои в беду попавшие сыны. Знай, Родина, тебе не изменили твои в беду попавшие сыны. Скажите, в чем мы виноваты?
Десятилетняя война, десятилетняя беда, а мы всего лишь в ней солдаты. Мы солдаты. Скажите, в чем теперь позор? В том, что два года пыль глотали, что тот, кто уходил в дозор, был не преступник и не вор, а вы как будто бы не знали. Вы не знали? Снова в поле, в чистом поле, я к ромашке прикоснусь. Я не думал и не верил, что опять сюда вернусь. Я не думал, но я верил, что опять сюда вернусь. Но разве это была ложь? Что мы за родину сражались, под пули шли на острый нож. Теперь твердят, все это ложь, за орденами мы не гнались. Нет, не гнались. Но разве все это обман, что возвратился он калекой, оставив ногу у душман? Простите, сейчас у партизан навек отмечен боли меткой, страшной меткой. Снова в поле, в чистом поле, я к ромашке прикоснусь. Я не думал,